Студенты ЮРГУ приняли участие в ежегодном хакатоне для разработчиков, организованном Минцифрой Челябинской области и Центром развития цифровых технологий. Всего зарегистрировалось 18 команд. 4 команды представляли ЮРГУ, еще 2 ЧЛГУ, удаленно работали программисты из Магнитогорска, Златоуста, Оренбурга, Тюмени и Твери. Команда нашего вуза «Биметаллическая суета» заняла первое место, решив кейс Челябинского цинкового завода меньше, чем за 48 часов. Участвовали мы в хакатоне. Задание «Кейс» нам предоставлял цинковый завод. В задании требовалось разработать математическую модель, которая бы предсказывала осадку меди и кадмия на первом этапе очистки из реактора. В чем заключались наши роли? Программисты писали программу, мы как металлурги объясняли им техпроцесс, объясняли, какие физические явления там происходят, какие значения верные, какие неверные, потому что там была большая база данных, и как бы без понимания техпроцесса и каких-то физических явлений невозможно было объективно оценить данные. В дальнейшем команда ЮРГУ планирует продолжать участие в различных конкурсах и хакатонах. Отметим, что 29 сентября на форуме «Информационное общество. Цифровое развитие регионов» командам, занявшим призовые места, будут вручены чеки и памятные дипломы.